Ой, снег, снежочек. Ну, солнечно. Морозно-солнечное утро. Доброго утра всем. Сегодня 20 апреля, понедельник. Форзиция цветет. Вот она. Слышите, как птицы поют? Доброе утро, друзья. Доброе купавинское утро. Сегодня 8 мая 2020 года. Тут прямо возле крылечка благоухает черешня. Смотрите, какая красота. Бабочки уже летают. Ой, а как блестит росса, прямо отсюда видно. Привет всем заглянувшим! Доброе майское утро всем! У нас, как видите, дожди, вернее, сейчас солнце, а вообще... Последние дни были дожди, никак не можем газон скосить. Хотя давно уже пора. Сегодня первое за долгое время солнечное, бездождевое утро. О, какая красота! Дождя нет. Пионы, смотрите, как раскрылись. Какая прелесть! Вот это да! Ой, что тут с птицами случилось? Доброе утро, друзья! Доброе купавинское утро! Сегодня у нас 4 июня. И действительно, по-настоящему летнее утро наступило. Вот оно. Птички поют. Солнце светит. Пионы раскрылись. Были прибиты дождем. Вот такая красота. Сверху полюбуемся. Вот там, видите, хакура Нишики, ива над прудиком, а над хакурой Нишики клематис над ивой красуется. Скошено, но трава не убрана. Но все равно, смотрите, как все обозначилось. Красиво очень. Рельефы все клумбочки. Ну-ка, что у нас тут творится сегодня? Гортензия вовсю набирает бутоны. Там он
Две розы расцвели. Желтая такая солнечная рядом с качелями. Вот она. И плетистая. Вот. Здесь у нас что дальше? Тоже гортензия рядом с елочкой. Огромные шары уже там. Здесь роза. Жалко, она немножечко прикрыта рябиной. Сейчас попробую приблизить вот за рябиной. Роза плетистая. Но мы сейчас вниз спустимся, посмотрим, полюбуемся. Вот такая красота. Ну и ромашки огромные. Вот они. Огромные-огромные. Как моя ладонь. Даже больше. Правда, они большие очень. Там мак. Такой он, типа альпийский, дикий. Так, ну здесь у нас хакуранишики над прудиком. Ну, в общем, красота. А, вот там за елочкой чубушник расцветает. Небо голубое-голубое, посмотрите, какое. Благодать, благодать земная. Там у нас лес, за лесом озеро, дальше Москва. Ну а по эту сторону, видите, улица соседняя и наш участок, 8 соток. Вот так выглядит мой садик. Мой кусочек рая в конце августа. Пойду к своему варенью. Вот там еще вот тоже красота. Орех какой красавец стоит. Ну вот, теперь это похоже на осень. А то все зеленело, зеленело. И представляете, за пару дней столько золота появилось. Вон там чубушник уже весь золотой. Виноград рдит. Здесь и на арке, и там, на соседском заборе. И лес тоже. Но лес еще, правда, почти весь зеленый. Ну, тоже уже золотые прожилки берез появились. Полюбуемся позднеосенними цветами. Посмотрим, что за погода. А погода вот такая, позднесентябрьская. Красота, да и только. Единственное жаль, что лето ушло.
окно в осень. Окно в осень. Вот такая красота сегодня. Снова бабья осень. Значит, хорошо, что мы остались. Кто тут у нас летит?